Коллеги, привет! Покажу вам на этом видео, как у меня на моем B7 Passat установлена Power педаль. Ставил я ее сам, заняло где-то, наверное, 5 минут. Открутив заглушки и сняв кожушок за педалями, вот, мы попадаем к подключению педали. То есть, грубо говоря, педаль газа подключена вот этим кабелем. Мы его достаем. Между этим кабелем и педалью подключаем нашу power педаль так называемым Y соединением, грубо говоря, вклиниваемся в сеть подключения к педали. Вот, и дальше у меня вот здесь вот так провизорно висит проводок, я его пока временно таким образом разместил, и вот, собственно говоря, на панели у меня впереди возле ручки переключения передач лежит сам пульт непосредственного управления. Вот. Дальше включение, то есть управление происходит в трех режимах. Это первый режим, вот тут видно, загорелся зеленый диодик. Вот, это второй режим, вот оранжевый диодик. И третий режим, красный диодик. На каждом из режимов также можно еще три ступени более тонкой настройки у педалью делать плюсами и минусами. Вот в таком режиме, когда горит 4 красных диода, то есть, грубо говоря, основной красный режим и еще 3+, машина превращается на светофоре в гоночный автомобиль. Пробуйте.